Михайлович доехала, нет? Да, она уже в Польше, в аэропорту. Хорошо. Она где-то там часов 5-6 у нее таможня была. Блин, мне так нравится эта птичка на голове. Сделали бы игрушку такую? Да, кстати. Это шляпа. Я готов. Типа игрушку птичку на голове или игрушку вот в это превращаться? Игрушку птичку. Птичку? Угу. На Афе такая есть игрушка разная. Ну, прикольно, да. На Афе много разных игрушек. Все прикольные такие. Чё ты там кастуешь? Сюда иди. Так, АРТ у нас получается 8 даже заканчивается. Да. Да, и после 8 будем, скорее всего, собирать ссылка. Ну тогда, не знаю, тегните, что ли? Да, я до этого время дела свои поделаю. Починение. Дядь, так что везде. А где вы там? А вы Карина? Хочешь, я тебе стрим включу? Да. Нет, ему... Я... Кто это был? А, это да не, я пойду пока, короче, дела перед РТ поделаю. Хорошо. У тебя нет дел, кому говорю. Ну да. А, ты встал? У нас есть слот, кстати. Ой, что-то я устал уже. Не, мне надо пойти собаке еды сварить там, короче. Саму пожрать. Собаке еды сварить? Что ну, ты да. варишь собаке? Я пшеничную кашу варю с куриными головами. Хочу быть собакой. Ихавать пшеные головы, да? Сижу сюда. Тебе нравится пшеничная каша? Да. Петушиные головы? Пшеничная. И на по факту пшеничная каша пиздатая каша. Мне птитим нравится. Вот там вообще. Вообще самая пиздатая каша это гречка. Птитим это же не гречка. Это же макарошки такие маленькие. Лучше гречневая каша нахуй нихуя нет. А, нет, если спасибо. Нам вкусно приготовлено, то да. Все, я ушел. Боже, чё ты так быстро бегаешь? Why are you running? А, чарка на ноги? Да. Русик Кара 2 спасала меня из самых стрёмных положений. Прикольнее, чем Атанжи чарка. А. Из-под пивка убегала. Сейчас то, что я Лидан, то вообще... Там я пинкуюсь, убегаю еще дальше там. Ебеня. Я почти себе козочек доделала, кстати. Козочек это кто? Дальнейка, что ли? Да, озаренная. Буду скоро. Надо было вчера просто за голду сделать, пока эти бесконечные ребуты были. Что-то вступило. Пачка Синджея проходит, это Каражан. А, слышишь? Сюда. Получается и пенетру ядов тоже бахают. Ебать. Включите мне фон первый. Слушай, а щитки, которые ускоряют, они только в холике, да? Да. Да. По факту, на то, что они ускоряют, вообще ничего бесполезного здесь больше. Не знаю, мне нравилось, когда Гена их кидал в РПКшках. Он, кстати, скоро вернется. Он сказал, когда у него закончится абонемент в Суперзале, он скачает Вовку. Я понял. Так может надо новый купить? Не-не-не, не надо. Почему? У него и так на год. А. Он правда туда сходил, по-моему, раз в 5. За год? Нет, за то время, что у него есть.
А сколько времени у него есть? Это, по-моему, пара месяцев уже. Ну, когда он ушел? Такой, я больше не играю. А когда он ушел? Он играет теперь в Real Life, в Go всякие, в интеллектуальные игры. Что, где, когда всякие. Ой, мне так нравится. Эй, давай, давай. Ой, о, откуда он прибежал? Он, видимо, научился ходить, блядь. Нихуя себе. Ой, там Сальтрион убивает, я пойду Сальтриона могу убить. Мне сейчас Гоша такое ливает с рейда. Да, идет пиздец Сальтриона. На волшебной аномалии тоже висит этот баф, который птичка или Сиджей. Да, он везде висит, клебал уже этот. Ну старались, старались. Сколько ребутов вчера было. Мне же грустно, что это убрать никак нельзя. А что в бафах, если снять, то не уберется? Нет. Она опять повесится. Сука. О, бегите, бегите. Да давайте просто под босса этих чубриков. Куда, 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 брат? Ё-моё, погри босса. Геру просто дай с пула. О? Геру дай. Давай. Её уешьте. Я гим дал на хп. Давай. Блин, надо было 20-10 надеть, сейчас это сделаю. Не получится. Ну, после босса. Я думаю, это не последний такой у нас прикол. Может, что-то мне не нравится, что Т4 Брока я не вижу. Так, или просил, или просил ДПС. Вот. Тут, тут. А тут же был еще один моб. Такой вот волшебный заступник стоял на самом спуске. В смысле, это разве не он и есть? Не, того я оттуда забрал. А, это видим. Ладно, хуй с ним. Книжечку лутаем, книжечку лутаем.
А, кому там токен нужен был? Паладин из моих шаман, что я походу мислил вчера. Деду. Где там деду? Где он там, бляха, еще всех искать надо. А где он умер? Да я уже встал. А, ну хорошо. Надо сбить 3 гилды подавать его. А, там же портал открылся, что-то я туплю. Блять, пати сиджеев покоряет горожан. Просто пиздец. Нигерский сиджей. Сережа, дашь череп пустом? Да. Ой, блин, это мы можем отчего сделать здесь на косты? Нет, не можем. Почему? Потому что у нас есть... На скольки процентов? Два шамана. 25. Два шамана, вар. АТК, вар. В принципе, возможно. Просто все косты могут. Нет, там, которые аркан косты, их сбивать не надо. На них нет очевы. Там ледяные и огненные. Пойдем Челограна трахнем, потом этого. Какая разница, это обычка. Портал твой. Мы же не хэмки. Какая разница. Ну так мы сделаем круг. Крюк. Ну как хочешь. Это такое. Darkest Dungeon. О господи. Ну что? Это можно глянуть. Еще Darkest такой не драм. Гоша, а ты же тут решил потанчить в фурике? Да. Да? Самая хуёвая идея, которую я вообще в жизни... Самый хороший граждан в этой жизни. Я могу в ПВП потанчить. Сразу говорю, блядь, это последний граждан, больше меня граждан не зовите. Это предпоследний. Ну, отстаньте от меня. Нет, я не хочу, отстаньте. Перчатки не выпали, это предпоследний. А что у тебя нонсет? Руки или штаны? Это еще... Ну если и то крит-хаст, то без разницы. Все, погнали. Я тебя даю. Ну что, престрию, правда, что теперь она всяким этим дает? Да, магам. Да. Вот просто Сьюли закидываешь алфилы истерию, посмотрим. Да, кидайте мне истерию за пестем. Так у нас нету истерии в рейде, очнитесь. У меня есть истерия, кому дать? Шалфиру. ШП. Ну. На, у нас истерии. Нету истерии, да. И Вилаша во фросте. В смысле, нас... она в ДК. Какой ГДК? А, я... здесь? Или что? Да. У нее истерия вкача? Да, нет, она стру... в Владе. Истерия ТД. А, стоп, она в Владе. Она в Владе. Все. Она в Владе, у нее во фросте там истерия не вкачана. Она сейчас в Бладе, у нас написано, два Блада. Не, это байт, верно. Это не ввели еще? Так это не будет работать, это 1 сентября, ой, 1 апреля вышло, то что... 3 сентября, я календарь переверну. Да. Так-то не 3 сентября, а 1 апреля, Гош. А вообще пофигу. Как-то ты спишь. О, кондёр. Кондёр. Не-не-не-не, это я себе забираю на успех.
А спинтриванки хочешь кидать? Ой, если заберешь его. А, нет. Мордаун. Гоша, отдай. Нас не догонят. Нас не догонят. Если ты украл Ваню и так это. Подожди, я сейчас на тапках тебя догоню. Вань, тебе воронка пришла? Да, пришла. Ой-ой. Нет, там Ваня. Вань, стой, Вань, Ваня. Чего? Держи, это тебе за место долгонога. Деду, дай игрушку. Ну, блядь, он даже хочет... Ой, бляха. Ты все равно не нужен. И вы все. Ну-ка, ну посмотрим. Что вы тут, бичи? Ты че, водонос? Ну, блин, ну. Мы не пошли в СЛК. Из-за тебя, блин, не пошли, Куся. Слава, куда тебе... Ну, сюда, вставайте. Токенов-то, на кого? Сейчас ждем людей. А Энх-то зачем? Чтобы ты спросил. Как это смешно выглядит. Ну так, собирать здесь пошли. Все, не успеем уже, после пойдем. Ну, после я не пойду. Какой не пойдешь, тебе отпуск. Больше хиль. Вот что-то огненные, да, сбивайте, после не знаю, не могу. Маны, а ледяные декашники. Огненные, да, сбивайте, хорошо. Сбил. Сбейте, хорош. Сбейте. О, нормально. Сбил, все нормально пока что. Сбейте огненный шар. Все красиво пока что. Сбейте шар. Ой, сейчас буду манобернить его. Сбейте огненный шар. Манобёрн, манобёрн. Моноберн, моноберн. Сбейте шар, 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 шар. Лёш. Бомжей вызывайте. Бомжей сдал уже. Или сдавай бомжей тоже. Нет. Стоим, не двигаемся. Отдал не зыбу, живите. Да, там все почитаем, вообще хивосхед побьёт. Каст, каст. Только сейчас не двигайтесь. Пока не кончится. Две ачивы. Рим. Все, теперь можно двигаться. Изи, изи. Там есть, короче, еще на гнева ачивка. Будем ее делать или нет? На гнева. А что за гнева ачивка? Там, короче, нужно, чтобы ни на ком больше 20 стаков лучей не было. Тяжело. Ну, там, допустим, один луч, ну, зеленый, и до 20 стаков просто поменяться. Но мне кажется, мы запьем его быстрее. Прибуд, что ли? А нет. Не, нормально. Там точка в том, что, да, на... Там на зеленые лучи и на синие лучи. На зеленых и на синих, да, каждые 20 стаков надо менять. Ну, даже до 20 можно каждые 15 поменяться, чтобы не набралось больше. Можно сделать. Можно. Вы он на этом бы сделали. На смотрителе ачивку. А что на смотрителе за ачивка? Ну, там ачивка. А, сферы не заливать. Надо, да? Оставить живых минимум 5 сфер. Блин, ну уже не сделаем. Но на эти еще можем сделать в целом. Как там, призраки Каражана вроде, да? Да, там одинаковая лучевая терапия. Mm.
А демонолог же бафает и без Т4, верно? Он просто по дефолту бафает. Ага. У тебя талант просто. Ну все, Витя, одеваешь Т10. Апаешь их, и все, погнали. Чего? А? Да. А? Дрип. А? Исповедь такая в этом нуба полетела. Все же проклятие снимите кто-нибудь. У нас некому. А есть кому проклятие снимать? Я сам снял. Хорош. Что, будем делать ачивки или как? В принципе, можно. Давайте, кто меняет этого Элизиту на красном? На красный не надо. На красный не надо. Зеленый. Надо там только зеленый и синий. Юля и Трофим на зеленом меняются, но еще, если что, Серджи поможет. Ну не, пусть меньше на зеленый меня. Там у вас три человека должно быть. На зеленом и три на синем. Ну, Юля. Синюю кто-нибудь пускай не сменит. На 20 стаках, да? Или скольки? До 20. Ну, до 20. 15, 18. Ну, я тебя Войт поменяю. Сменит. Ну или Войт. Подожди, Войт пока не надо. Ладно. А, ну, кстати, нормально. 4, 6, 8, 9. У меня КД повесилось. 11. Да, тогда Войда поменяю. Меняй. Зеленую надо поменять. Поменяйте зеленый кто-нибудь, уйди. Уйди, просто беги, просто беги. Просто уйди. Так, все, синюю. Я хватаю, поменяйте. Хватаю. Взял себе. Все. Зеленые. Я-то снова зеленый возьму, вначале сам. Так, за шкаф. Вот этот. Да вроде нет, не дыхнуло. Зачем за шкаф? Дед так учил. Дед так учил. Чтоб не сдуло. Блять, Слава нахуй. Он мне в личку пишет, оу, щит. Так. Зеленый. Синюю займите. А никто ничего не... Синюю КД. Станьте. Ну кто-нибудь. Хоть кто-нибудь. Похуй, кто. Отдайте зеленую нахуй. А я понял. Так, Трофим стал на синий, поэтому он не сможет взять зеленый. Зеленый возьмите. Зеленый возьмите, зеленый возьмите. Серж, возьми зеленый. Я Серж, тогда возьми. Поменяю Трофима. Я сменю, я сменю. Я Серж сменю. 14. 16. А, все? А, ну все, ладно. Так, зеленый вижу поменялись. Да, синюю готовьте сменить. Нет, я здесь рядом. А, ну и ладно. А, это мы реально же сделаем ачивку. Зеленая. Меня готовьте сменить, меня готовьте сменить. Меня меняйте уже, меня меняйте уже, меняйте, меняйте, меняйте. Уйди уже. Просто тогда. Давай. Оп, 19 секунд. Еще не остался. Ты под тампус переставь и все. Там на морозе в гере прикольная ачивка. Где нужно всем танцы закрыть или как? Угу. Танцы до упаду. Танком тоже? Да. Прикольно. Абсолютно всем. Ну тут уже думаю. Включи стрим, пожалуйста. Я заберу зеленый. Так там стрим есть, не займите. Сейчас включу. Синюю кто-нибудь? Зеленую кто-нибудь? Кто-нибудь? О, о, нормально. Две ачивки. Меч на трансмог. Забирайте. Ну и Панаша тоже меч на трансмог. Ну что-то такое. Имбам за спину. Сижу, сапни мопца вот этого, который тут стоит. Что у нас сейчас осталось? Сапну. У нас получается... Подождите, не бегите. Не бейте его вот этого. В шахматы пойдем играть. Шахматы, а у меня закрыты, кстати, шахматы.
А там есть ачивка? Стойте, не бейте. Нет. На шахматах нет ачивки. Не бейте его. Скучно тогда. Там 15 минут выкинутой жизни называют. Ну-ка, ну можно, вот можно после Малча закрыть шахматы. На Малче есть. Кто-нибудь пробовал коды прописывать из GTA? Бля. Нет. Я уже не помню ни один. Кисаян. Слэш. Айзак. Гивган. Это Professional Tools. Не, не работает. Так. А у меня, по-моему, сделано. Они реализовать не могут ничего, о чем говорят. Есть, ты про коды говоришь. Вот такая. Сейчас Слава, тренера. Не, ну мало ли, может быть, там РКД понатануть по полной. В натуре сейчас Слава там за это вот, да? От своего пламени. Да, тоже жрет. Дурак, я ебаный ублюдок. Ой. Ясно, фанат Сереги Пирата. А, у меня-то есть штука. Блин, надо. Ой, хилить надо. Гош, хиль. Гош, хиль. Или ты тоже бежишь, Гош? Я бегу. А, я понял, ну ты схема, жри бета там, не знаю, юзай. Да, я прожимаюсь. Гош уже летит. Так, 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 блядь, запиздитесь для тебя, будь, блядь. А вот он, даже из хилмоча удалился. Запиздились, я на молчезаре одного кишечника кинул. Ну все, на Малчезаре без щитов. Где там, как там, я забыла, как из хилбота удаляется. Ну все, на Малчезаре без напулов. Ну все, будем сидеть. Ой, поднять треснуть надо, наверное. Спасибо, что пришли. Вас приветствует авиакомпания Каражан. Си-Джей Каражан. Си-Джей Каражан, Си-Джей. Трофим, мы тебя не подняли разве? А он в вурдалаке. Меня подняли. Хорошо. А, в вурдалаке? Настя, включи ДПС. Ну нафиг этот ХПС. Да в смысле нафиг? Ты смотри, Юля нахиливает. Ладно, на. А у меня что, я зря... У меня что, зря нитки есть? Батоша, базука. Поэтому там ничего видно не будет. Блядь. Ты что взорвался? Могу стрим Батоши базуки включить? Ты так себя переименовал в этом? Только у тебя там еще КД. Да. Батоша базука. Еще 9 минут. Всем ку, с вами Батоша базука. Сегодня я расскажу о нескольких фишках в Каражане за рогу. Я, короче, это что-то вел на Ютубе, типа как поупашить за лока. Там вышел его видос, где он это 15 минут своему локу говорит: бля, братишка, надо их убить. Ну, типа того. Всю арену они там, бля, братишка, бля, братишка. Там, бля, братья, я ебу какие, нахуй. Винчестеры нервно курят в сторонке. Понял. Знаете, скоро стрим с пивко на локе. Шо, 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 все готовы? Я пулю. Да, да, ты говоришь, надо пуль всех убить. Никитос, потом он скрин видел, который я скидывал. Вань, 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 главное, Вера, под этой хуйней не жми эту смерть и разложение. Ты ему не просто щиток, давай пока ты. Ну, нет, хорошо. Это не работает. Она работает. Не работает. Нет, не работает. Давайте, давайте проверим. Пыль этого человека молодого и проверим. Ну ладно. Дай мне сесвить. Дайте сесвить, дай. Рубрика «Эксперименты». Эксперименты. Подойди поближе, немножко, Вань. Маговским, как, кстати, на рогу работает, отлично. Бичей, говорю, предложение есть. КД. Что-то какое. Подожди, давай, подожди. Давай. Закрывайте быстро молча, пошли пару кругов. Все, нажал. Я за. Я за. Как это, на тебя же нет этой фигни с нулем или как ее а там. Она не была, типа, была, была. Отбегите. Че? Тут ачива есть, где нужно не получить вообще урона вот от этих големов. У меня есть она. У меня тоже есть она. Но у кого-то ее может быть и нет. Получается, значит, кто-то получал урон? Ой, меня. Uh-huh. Я думала, ты вышел. Хотел стрим выключить. А потом друиды даже в форме этой птицы, блядь, в CG превращаются. Пиздец. Охуенно, как это выглядит. Я зайду на друида. Ну, CG летает, ебать. Серьезно? Летит метеор к двери вроде.
Или в Мелизоново? Я скрин во флудилку даже спидал. Не, двери. Вань, жми. Сейчас. Прожал. Ладно, хорошо. Блин, просто так не работает, потому что мы с Геной проверяли, там Данила постоянно себе в лицо ее кидал и умирал. Ну как в лицо, ну просто ее кидал и умирал. Ну просто его не считывали. Не, его считывали. Можно уже истерию далеко кидать ведь. Я на себя кидал истерию. Мне истерию. Кстати, воронок продают по 3-4К. Итак, если выдавали по 3-4К, воронок 6 штук. Другое дело, да? В нас, да, по-моему, что? Летит, нам, наверное, отбежать надо. Да, в Мелизону, Мелизону. Да. Прям вообще. Тут урон залутал. Да, я вижу, как урон лутает. Все. Ууу, ебать, это что, мне? Никто не умрет, победите принцем. Не допустишь ни одной смерти. Классный Т5, мне очень нравится данный ДПС. Ну ебать, Трофим, а что у тебя с ДПСом? И что мне с ДПСом? Так у него... А что с ним, как? Так он же без Т4. А, вы же эти ублюдки больные. У меня просто 9К апа. Изи, да. Меня... изи токен. Просто нет ДПС. Зато смотри, вон грань тьмы есть. Витя, ты глянул билд? Ну, что? Это гайд. Нет. Там билд 1, билд 2. Кристаллизованная слеза. Да какой, вот этот же, да? Ебать. Или вот этот.